Всем доброго здоровья и приятного аппетита, кто сейчас кушает. Всем хорошего настроения. Лев, ты тут? Да, и всем привет. Да, я тут. Всем привет, ребята. Замечательно. У меня село, молоко, сметана, творог, все домашнее. О, это круто на самом деле, потому что в последнее время творится жесть в магазинах, что только не продают. И вообще очень крутое дело, когда рядом, так скажем, животина и все это свое, и яички. Да. Очень круто. Ну, я имею в виду, буквально какие яйца. Николай говорит, Лев, тебе 26. Это твое предположение? Почему так решил? Ты скажи, если только размер, вот так, и все, и сразу все вопросы. Ну, типа, прям все переводить, да, чтобы везде прям выпендрешь, да? О, а, не, во, правильно, последовательность, М. То есть первую букву... Давай, можешь дальше... Ментал, есть? Можно ментал выставить? Да, наверное. Ментал, наверное, ребят. Давай, тоже... Кто-то писал, точно, чувак, молодец. Да, мы, блин, кто-то Илья. Давай, на ты, быстрее. Ментал, все. Бам! Ну чё? И чё теперь? Ментал, а какие еще буквы? Давай, вот сюда, открылось. И это все. А ты счастливый, Мишань. Всего сердечко дали. В принципе, это, конечно, хорошо, что мы сердечко получили, но я-то думал, я хоть титьки увижу. Ладно, что давно шутки. Тем временем на стриме человек. Чё, Лев, ты еще раз сказал? Говорю, тем временем на стриме 18 человек было сейчас. О, а вы говорите, пятница, ой, суббота. Блядь. Ну хватит, да ведь сейчас это... Бывает. Юля, в какую игру ты... И все не дописал, Николай. Пропал. Он написал, Юля, в какую игру ты хэ? И все. Типа Кейн написал, вы самый лучший ютубер, вы общительный, веселый, в общем, самый-самый, снимайте больше. Спасибо. Да, спасибо. Я прям аж покраснел, если бы видали. Вот. Как рак в доте. Ха-ха! Ладно, блин, меня убили. За 300. Лев это лев или тигр? Нет, лев, короче. Нет, Николай, это лев. Тролло. Лев уже сам, мне кажется, не раз, что его так назвали. Подкинули проблему. Да не проблема. Мне кажется, он с этими проблемами только вот стрим стал хоть начать на YouTube. Да, игрушка игра бесплатная. С вами. Да, будет игра с вами. Матвей, да, это имя. Лев, Лев. Все верно, да. Господи. Это инициально. Расследуй. Шерлоки собрались. Лев просто из зоопарка сбежал и с нами сейчас стримит. Натуре, уже и льва в растении приписали уже. Овощи. И овощи, да, что такое уже. Вы бы что выбрали? Умереть или жить вечно, лететь по космосу, изучать его? Гениально. Сразу второй. Да, конечно, один бы ты там летал. На депо. В гордом одиночестве. Я бы подцеплял межгалактических цыпочек. Да, конечно. Нет. Смотри, что творится, ребят. Я не могу больше. Где этот? Вон оно. Летит. Короче... Он, Юрий пишет, или не в том углу, но я точно знаю, что... Ты что, издеваешься, что ли? Что в одном углу надпись, похожая на Голливуд. Я стрим запустил ради того, чтобы в Луна дойти, чувак. Ты что, издеваешься, что ли? Во! О, неужели? Мы это увидели. Ну все, ребят. Не, а фишка-то в другом была. Так дело не пойдет. До другого угла я не доберусь. Я вам через кусты медленно к этому углу приду, но не сегодня. Твой труп. Видишь, да. Я потихонечку ползет. Старается. Все. Прилег. Короче, ладно, ребят. Спасибо большое, что всем были. Спасибо, что Андрей был. Алекс, Лев, спасибо, что помогал и разнообразил наш стрим. Юля, спасибо. Спасибо мне. Спасибо всем, кто был. Короче, огромное большое спасибо. Пока-пока. Да, всем пока.